Здесь часы есть. Какие часы? Найл. Спасибо. Скажи, если получилось. Хорошо. Сейчас. Маленькую. А так это просто? Okay. Библиотеки. А как мне знать, что маленькая это маленькая? Это окей. Okay. А так большая. Маленькая вниз. Так okay, я понял, да. Это вверх. Маленькая это большая тура, да? Так. Логично. Тогда это сюда. Хотя ага. Нет. Подумано логично. Вниз. Маленькая это большая, а большая это маленькая. Открылась, Антон, я сделал, идем. Я сделал, да? Я. Ну, ты сделал, да. Сигвейл, надо вернуться. Я буду тебя ждать, да? Да, бляха-муха. Вот знаешь, что смешно? Я уже... Ну, ты придешь или нет? Да-да-да. Я надеюсь, что меня не убьют. И головой. Да, вот так. А, видишь? Да. Так, идем. Я уже плачу. Вот топазы. О, нет, это еще раз. Че? Это надо. Сейчас я правильно ее, блин, это. Пока у тебя там, да? Я угадываю. Камелот. А, да, Антон. Идем сюда. Подожди. Бля. Да. Смотри, помнишь вот там? Как-то library. Library? Библиотека, no. Смотри, видишь? Библиотеки, там no. Вот эти слова были. Я думаю, где X, это или нужно, или не нужно. Нужно пойти туда еще раз и сфоткать. Я сейчас пойду, да? Или ты пойдешь? Окей. Что ты кнопки? А тут можно нажать на них. А, я думаю, вот, видишь, тут 4, да-да-да. Вот X, это означает, что нужно. Видишь, тут ровно 4 X. Нужно попасть вот на эти точки, где написано X. Я иду фоткать. Я пошел тебе фоткать. А, ты идешь, окей. Давай, я уже мастер в этом. Да. Только их нужно сейчас найти вот тут и нажать, да? Да, на них нужно нажать. О, а почему? Почему земля? Я просто умру так быстрее. Говняная. Земля говняная. Но она не зеленая, а синяя, как всегда она. Ну ты видел, мы тоже, блин, не цветочки. Я жду тебя тут. Жди. Понимаешь, у нас слишком мало этих бочек. Вот нужно было бочку. Третьего, нужно было третьего, который, ну вот, два тут стоит, пытается это пройти, а третий на улице, чтобы найти все загадки. Да, его будем посылать. Я пиво могу заодно принести, если хочешь. Я не понимаю, кто это за компаньон, который нужно ему дать пиво. Это было сразу понятно, кстати, что нужна будет эта карта. Я подумал, вообще компаньон просто... это мы типа. Фоткай, вот фоткай Элдорадо. Окей. Так, нужно. А как мне вот, знать? Элдорадо это в Бразилии. Подожди. Да мне не нужно, 11, где это 23. Находится. Где именно? Где Элдорадо? Как он выглядит, Элдорадо? Где он? Бразилия. Справа? Слева? Южная вот, Америка. Элдорадо. Окей, тут... Окей. Вот, я нашел... Тогда... Мне нужно вниз найти... Я еще здесь постою. А я еще. Хотя мне тоже интересно, что там будет. Хотя я потом посмотрю. Во-во-во-во. О, блин, я пропустил это. Вот оно. Оно вот... Южную Америку так называешь? Это? Не? А как? Это же это я. Или это? Я понял, я к тебе пойду. Я же... Так, подожди. Пиво принести? Да. Нужно подумать. Я не могу, мне нужно бошку удержать. Давай найдем... Хорошо, давай найдем Хаваки. Хаваки, да? Хаваки, да. Хавайки. Вообще не... Х
Ой, нужно найти в начале. Вот. Так, вот, Южная Бразилия. Подожди, это... Хаваки. Вот, видишь, вот это, вот эти три точки черные. Ну. Да. Вот. Хаваки, вот нужно найти где-то маленькую остров. Она юж, это Нью-Зеланд. Она снизу здесь. Подожди. Только нужно наверх. Да. Она под Австралией, так. Вот тут? Вот Австралия. Подожди, всё, где? Ещё ниже. Да, еще ниже, чтобы я увидел. Вот, да. Смотри-ка, вот это она. Ты уверен? Вот, да. Вот нажми. Нажимай. Нажим? Не включилось. А это как? Дальше что у тебя там? А, хорошо. Подожди. Просто непонятно, кто первый. Видишь, тут Элдорадо, Хаваки, Нифельхейм, это какое-то уже не наше. Гильнуляти. Дай попробуем. Я понял. Гильнуляти находится где? В Америке. Вот, но... возле п***а, вот ровно возле п***а. Что для тебя я здесь? Я сейчас покажу тебе. Ой, я не то нажал. Живо, видишь вот этот? Видишь вот Вот. Где? Вот. Как ты такая? Вот ты. Видишь, что пенис? Бибин? Под ним, вот. Это озёра в Канаде. Да мне не важно. Ну, так, вот. Вот этот. Ну, значит, ты нажал под этим? Да нихуя не хватит. Может быть, вот этот? Нет. Хорошо, давай попробуем последний. О! Да я видел там. Да. Нифельхейм. Вот он. Он под... Вот, нужно вниз. Вот. От этого. Тихо. Вот. Я не вижу, вот. Тихо. Это оно. Вот, это оно. Ты уверен? Да. Я знаю, как карта выглядит. Вот видишь вот этот? Да, я вижу. Это эта точка, вот эта, да? Да, это мы. Вот, да. О, именно. Да, окей. Первое это Нифельхейм. Запомним. Дальше. Я напишу себе. Второй. Ищи. Эльдорадо попробуй что-то. Эльдорадо это вот. Сделай внизу. Нет. Блин. Вот Эльдорадо, здесь. Подожди. Стой. Вот этот. Нажми. Нажимаю. Выключился. Ага. Иди ищи еще раз. Нифельхейм. Ну, блин, по твоей карте посмотри. Я понял. Ну, короче, я знаю, где он. Такой реально здесь уже существует? Вот это первое. Что? Нифельхейм такое не существует место? Я не знаю эти места. А, что ты просто... дальше появится? Потом попробовали Эльдорадо, ты попробовал, давай, да? Попробуем, что попробуем. Есть Хаваки. Хаваки попробуем. Да, это помнишь, маленькая... Да, это Нью-Зеланд. Новая Зеландия. Нифельхейм. Это первое? Не получилось. Не? Тогда после Нифельхейм последний остается. Даже не помнишь, что есть там еще. Почему последний? Потому что мы попробовали. Помейки что-то там. Галюнляти. Галюнляти. Он наверху... О, где где? Да, вот. Хорошо. Подожди. Второй. Дальше что там? Не. Эльдорадо попробуем? Да, попробуем Эльдорадо. Я попробую Эльдорадо. Есть Эльдорадо и последний это... А, ну все, тогда не нужно больше. Новая Зеландия. Ты знаешь, где оно? Конечно. Вот оно там. Молодец. Еще как. Классно. Где золото-то мое? Александрия? Burnt. Ты нашел бумагу? Нет. Это книга так звучит. Ой, тут есть Александрия? Александрия? Тут нет такого, окей. Там что-то написано? Слушай, эту книгу уже да, есть. Да, я видел. Шримпсу, я помню. Так, подожди. Да? Я помню потому, что здесь написано. Я просто помню, Шримпс в конце было написано. И что, мы это открыли, и нам что это дает? Где золото?
Все? Тут больше нету ничего 100%. Что? Возьми вторую книгу, чтобы посмотрел, что там нету ничего. Да, нету ничего. Знаешь, что самое смешное? Не что ничего не... Что это? А. Ты понимаешь, мы просто не знаем, куда идти. Ну, отход на Египет. О, смотри, тут кнопка есть. Что за кнопка? Ну, фонарик как там. Один он. Чё тут... Чё ты... А, значит, всё это надо по порядку. А то мы узнаем, что... Да, смотри, всё выключилось. Я выключил. Тогда попытайся еще раз. Ну. Я нажал. Я сейчас вспомню, конечно. Так, вспомнил. Я так понимаю, что по фотографии нужно угадать, где это. Я думаю, это Шангри-Ла выглядит. Вы издеваетесь? Вот по фотографии мы должны понять, что это. Это, кстати, знакомый рисунок какой-то. Я думаю, это Шангри-Ла. Попробуй. Реально есть такой рисунок? Давай напишу Шангри-Ла. Может быть, такой фотографии есть? Подожди. Шангри-Ла. А почему ты решил вот это именно? Не знаю, просто выглядит такое. Посмотрел на это. Это Шангри-Ла. Не, я не знаю, нет, такой нет. Дай будь Хибалба. Пиши все, что здесь написано, подожди. Или будем угадывать. Может быть, здесь хоть что-то есть нормальное. Ксиба. С собой возьми, вон, темно. Такой. Это какой-то монстр. Ацтеков. Это монстр какой-то. Так, это не выглядит. Окей, давай еще что-то. А, может быть... А Шангри-Ла это город как будто или что? Что делаешь? Я не знаю. Калахари. Оно вообще звучит как эти города викингов. Города этих... Калахари, он дает мне водный парк. Нормально. Калахари, окей. Улуру. Как можно узнать, что это за... Улуру. Рисунок. Улуру это пустыня. Камелот. Камелот это... Камелот это... Это замок? Это замок, не? Не выглядит как замок? Нет. Не, окей. Это не замок. Мне это кажется какая-то... Мне больно смотреть на это. Я не могу на это смотреть. Дию, это тоже какой-то сатана у китайцев. Александрия. Давай, Дию. Я уже написал или нет? Написал, окей. Почему у меня не мой имейл? После Дию. Китзех. Ой. Китзех. Ну, Китзех может быть. Фотография выглядит почти... Чё ты говоришь? Ты по фотографии понял, что это Китзех, да? Видно сразу, что это Китзех. Ну, посмотри, вот одинаковые цвета. Почти. В смысле? Не понял, цвета одинаковые. Посмотри, я не знаю. А это вообще Лара Крофт, это из игры. Оставь. Это игра, да. Да-да-да. Я не увидел. Китзех. Типа, посылаешь мне его такой, чё ты хочешь? Хаваки есть в реальности? Да нет. Хаваки, блин. Попробуем что-то просто. Давай попробуй просто. Нет, не буду я просто так пробовать, потому что это заново. А почему именно то, что мусульман? Мы то, что не мусульман. Ну, а это что я пробую? А попробуй то, что мусульман. Мы уже попробовали, это все для кода, для сейфа. А вдруг там еще есть? Тут именно 4. Иди сюда. Я случайно, абсолютно случайно. Слушай, я нажимал постоянно F, да? И именно здесь я решил нажать вот кнопку левую.
Подожди. Видишь, он двигается? Подожди, подожди. Это я нажимаю? Да. Окей. Тогда они должны быть посветлее, чем все. Ах ты, Антон. Вот, синее. А тут? Хорошо, ты только там. Вот я нашел, слушай, посмотри, если ты посмотришь здесь, здесь текстура вот двигается. Где? Видишь, это только у меня текстура двигается. А, да-да-да, я вижу. Текстура, блин, это. Короче, вот, вот красная, синяя. О-о-о! А что ты еще нажал? И ничего, наверху, а вот, вот, вот зеленая. Вот это видишь? Наверху зеленая. А, зеленую нажал. Во-во-во-во-во. Вот картинка твоя. А, да, и я эту картинку тоже помню. Что? Тогда... я не понимаю. Смотри, вот тут уже нету... ну, видишь? Подожди, уже здесь нет. Карта. Где карта? Помнишь, на полу? А, да-да-да. Это и была подсказка, что именно вот здесь то надо, типа... здесь открывается. Подожди, ну что? Я точно, я же с самого начала думал, что здесь карта делает. Это я вообще показал тебе. Ну да. Ну а потом ты подумал. Не, я был уверен, что здесь такая комната есть. Здесь всегда такие. А чё объединяет это всё? Ага. Молодец. Шахматы. Как шахматы? Я помню, там была картинка шахматов, и вот это вот. Как это относится к этому? Вот скажи мне. Ой. Павлин. Это хуй-то, и шахматы. Это какой-то, может быть, один писатель. Про шахматы и про павлинов? Слушай, писатели долбоёбы, да. Ну, здесь можно тоже вот где-то, слушай, что-то делать. Ну? Павлины. Так понимаю, подсказки для этого тут. Что ты смотришь? Я на карту смотрю. Может быть, что-то там написано. Не можно ее позже поднять, да? Слушай, я нажимал. Я нажимал на все это, оно ничего не двигается. Нифельхейм. Вот это опять надо поджимать. Красная. Да, смотри, она двигается еще. Давай. Не, она просто так двигается. Лапай ее. Я лапаю. О, слушай, смотри, здесь... отсюда вас слышно улицу. Откуда? Подойди к стенке. Помнишь, это как та дверь? А здесь не слышно улицу. Может быть, там куда-то продолжение? На балкон почему куда-то тут там, кнопки, да? Кнопки, почему? Ой, подожди. Я сейчас посмотрю, что тут находится за... Давай этой... еще раз попробую понажимать. Тут ничего не находится, алло. Но тут кно... Тут 100% комната. Так, видишь, там вот, уж... это вот? Вот это вот видишь? Я не вижу, подожди, я иду, 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 иду. Что? За фигня. Ничего. Шахматы. Может быть, я пойду посмотрю, что там? Ну, может быть... Там что-то изменилось? Не знаю. Вот шахматы. Ну иди посмотри, только осторожно с этим, с как его. Не кидай бочку, когда ты будешь ставить ее. На F нажми, чтобы аккуратно ее поставить. Может быть, ты пойдешь туда лучше? Я понял тебя. Ты же знаешь, смотрите, как это делать. Смотреть, если что-то изменилось. Кнопка Анус. А где находятся в реальной жизни павлины? Везде? В Африке? В зоопарке. Как? В
где тут? Я понял, Батева ты имеешь в виду? Да не, они только зоопарк. Это искусственная птица. Это искусственная птица. А, да? Ну, слушай, в реальной жизни она бы не выжила, такая яркая и неуклюжая. А может быть, от этих картин что-то отличается? У тебя есть. Не, они одни и те же, они такие же. Ты уверен? Просто сфоткай. Лучше же увидеть, когда это. Пиксели, блин. Фоткаешь? Три картинки. Не туда нашел. Сейчас еще не туда пошлем. Будет смешно. Так, давай посмотрим павлина. Павлин. Ты тут. Опа, вот тут нету одного глаза. В смысле? Я нашел, он включился, Антон. Да, сейчас посмотри. Я тебе сказал, есть отличие. Вот тут глаза нету у павлина. Да, я крутой. О, сфоткай мне интересно. Я что сфоткал? Глаза в хвосту глаза. А, тебе покажу. Я тебе даже отмечу, где именно. Молодец. Так, пришли мне нашу картинку с этим. Да-да-да, сейчас. Секунду. Вот-вот тут нету. Я не знаю, если я стёр с пальцем, но... Посмотри, вот там нету. Нету глаза, он включился. Видишь, фиолетовый есть, а тут нету. Бери вот вторую картинку. Пум. А я буду искать шахматы. Блядь. А пиксель не можно было, Антон? О, вот тут вот этот нету. Да, вот я нашел, все, я иду к тебе. А, или подожду, может быть, тут что-то включится. Или ты думаешь, там что-то включится? А где у меня отличие? Оно полностью отличается, вы издеваетесь? Сейчас посмотрю. То, что я тебя отправил, и то, что... Я уже вижу, там два дома, а тут один. Ты видишь посередине? Да, у меня открылось. Там? Я иду. Подожди. Не иди туда. Чтобы мы вдвоем охуели. А я пойду. Вот и скотина, жди меня. Я жду тебя. Дождись меня, дожди. А, да, точно. Давай, с Богом. А что? А, ты нормально, молодец. С первого раза. Молодец. Что открылся? О-о-о. Вот. Дай их. Деньги. Чё это? Деньги. Идём сюда. Деньги. Да деньги, тут тоже деньги. Нет, тут... А, чё там? Ты знаешь, что я не увидел? Идём сюда наверх. Я просто так делал большой круг. Я не увидел. Я просто смотри, я стоял вот так, смотри, я стоял вот так, да, смотрел на эти картинки, и ты сказал, открылся, и я пошел. Смотри, иди сюда, давай, готов? А ты пойдешь, он сломает тебе голову, иди. Кто он? Я не могу один открыть.